Ну, сука, я вас сейчас, блядь, болтадёром, блядь, ебашу. А, блядь, я его не зарядил. Я не зарядил бомб, блядь. Дай мне зарядить болтяру. На нахуй, сука. Отлично. Следующий. Следующий, блядь. Ну что, парлы, блядь. У меня болтов на всех хватит. Иди сюда. Что-то ты бледный. Эх, ребята, блядь. Не на ту нарвались девочку. Сколько раз вам говоришь, говоришь. А у вас все одно и то же. Клоуны. Кто еще там? Никого больше нету? Ну что, друг? Сейчас я продемонстрирую тебе кое-чё. Эй, блядь, жалко, я этим болтарезом научился только сейчас пользоваться. Так, блядь. Ну что, дёрнули один рычаг. Так. Сейчас мы. Оба. Сейчас тут будет красава. Так. А где мне следующую-то? Так, где мне вторую-то? Где заряжать? Эй, ребята. А, еще одно надо, так. Сейчас мы зарядим тут все. Сейчас мы устроим тут пирушку. Под названием нежданчик. Так, один есть нежданчик, второй, третий. Ну что такое? Ну. Блять, тут надо быстрее. Ёб твою мать, заебали. Да ну вас нахуй. Ну, все отлично, господи. Вы еще тут ребусов настройте. Достали уже. Назад. Еще не все окончено у нас тут, оказывается. Болторез, главное, заряжен, тут больше нет никого. Кто тут у нас? Давайте следующий, погнали. Так. Давай. Отлично. Но это попроще будет. Что у нас там еще? Так, Рикардо, сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Давай, друг. Рикардо, я в честь тебя устрою фейерверк. Ну все, друг. Смотри, шоу. Лабана. Рикардо. Круто! Ура! Так, что еще-то надо? Вроде все завела. Ой, надо же последнее, надо отзвониться еще. Позвоните родителям. А, нет, там, наверное, главный еще рычаг. Господи. Что ж такое? Ну, тут крутое салюте у нас. Так, погнали наши городские. Так, а что мы тут? Куда, в какую сторону? 25, что там? А, 67 должен. Отлично. Ну, а сейчас? Ну, яйца судьбы. Ну, что тут? А, сейчас мы эту мышь, блядь, поджарим с ее семейством. Ну, куда теперь-то идти? Бля, да вы чё, ребята, господи, сколько можно бегать-то чё-то из угла в угол? Что, и тут ещё надо? Господи. Ну, здесь-то могли не затрачиваться. Ну, дать энергию центральному ядру. Давай, скорее. Ну, блядь, всё тут уже, всё должно уже взорваться, нахуй. Блядь, я уже вымокла, нахуй. Погнали. Есть! Рикардо, лови фишку, пиво! Йоу! А тут должно заиграть Продиджи. Ту-ду-ру-ду-ду-ду-ду. Опа! Опа, меня идет навестить какой-то болторез. Оба-на, не загорелись. Мама, а мне-то куда? Вот это жопа! Что это? Нет! Вот это ураганище я подняла. Будете знать, как связываться с Рикой. Подонки. Что надо делать-то? Дальше.
А, начать очистку с консоли. О, Sony, консоли, о, Sony. Да, я не знаю, мне уже, наверное, не надо ничего. Хотя подобрать на всякий случай все надо. О, да вас тут много валяется. Давай, скорее! Я намокла вся! Господи, говорила же! Шубу надо было брать, шубу! Да, я бегу! А? Я туда, нет? Что-то я сделала не то, что ли? А, вот оно что! Господи! Блять, ну и тут уже туннели сделали! Блять, да вы заебали! Да вы просто заебали уже с этими туннелями, нахуй. Ну здесь-то под конец-то можно было уже не делать нихуя. Ну что же вы так, блядь, задрочили-то игру с этими туннелями, ёбаный в рот. Нахуя их столько много? Конечно, там уже все взорваться нахуй должно. Я сейчас, блядь, не успею, нахуй. К самому, блядь, интересному. Ну, что тут у нас? Консоли, давайте еще тут, блядь, заебите, нахуй. Чтобы начать очистку вверх-вниз. Что вверх-вниз, блядь? Ну? Ну чё вы тут? Рикардо, сейчас я спалю внизу. Держись. Держись, Рикардо. Сейчас будет пипец. Да, блядь, прибор на месте. Так. Рикардо, смотри, чтобы у тебя яйца не треснули. Блять, какая-то омега. Что делать? Сука, блять, вернуться к Рикардо. Да вы что, ебанулись что ли? Какие Рикардо? Какие нахуй Рикардо, блять? Да ты че, ебанулся что ли? Беги. Меня сейчас любая тварь тут сожрет. С говном. Так, надо куда попасть в госпиталь? Ну что, давай скорее, трамвай, ёпта, ты чё там? Блять, на чём ты едешь-то? На пару, что ли? Блять, она в Лоренс едет. Попасть на станцию транзита. На станцию Лоренс. Научно-медицинская башня. Понятно. Ну что? Блять, вы со своей связью заебали уже! Ты, Ахидора, блядь, что ты пиздишь мне нахуй? Надо на него попасть. Он причалил? Нет, он стоит рядом. Иди в шлюзу в госпитале, там чуваки. Далеко на тебя не выйти, что до корабля дотянешь. Нет. Блядь, ты у меня сейчас... Какие чуваки, нахуй? Какие чуваки? Ты чё, блядь? Ты как базарная баба, блядь, ёбаный в рот. Торговый день, блядь, базарный день, нахуй. Чуваки, хуяки какие, нахуй. Съёбывать надо, блядь. Ласты делать. Бля, у него там чуваки какие-то приехали, блядь, там хуй его знает, может там полушубок, бля, овчины там взять нахуй. Перекупить чего-то, бля, на. Может быть там, бля, оружие какое, бля, подхватить. Сука. Везде какие-то подачи энергии, бля. Какая энергия, нахуй? Ой, какие-то, бля. Чуваки, блядь, его там ждут, блядь. Ёбаный в рот, тут надо, блядь, делать ноги, нахуй. Блядь, кидаться в какую-нибудь капсулу и съёбывать. Ну, блядь. Блять, концовка, конечно, такая более уже веселая. Правда? Почему они так перед концовкой сделали эти блудняк, блять, по этажам, не знаю. Опа-на! Чё тут? Да я смотрю, один чулок вообще тут лежит, отдыхает. Найти скорую в госпитале, блядь. Блять, мне еще тут скорую надо найти. Какая нахуй скорая? Чё за бред? Чё за нахуй, какая скорая? Нихуя вы даёте, парни! Деда тут, наверное, бегает где-то. Стопудово и не одна, наверное. Сука, это, наверное, где-нибудь лазит тут, по-любому. Челночница. Сука, это челночница лазит тут. Thank you.
она меня отпустит? Эта животина будет меня караулить теперь до конца, блядь. Полюбаса. Стоп. Оцик, это ты? Я тебе сейчас расскажу про технику безопасности. Ага. Я тебе про технику безопасности много чего расскажу. Друг. Технику безопасности он мне тут будет сейчас преподавать. Нашелся мне тоже, бля, учитель. Так, куда-то я не туда пошел. Алло, гараж, блядь. Ну чё, кто тут, блядь? Ой, бля, тут шухер, короче. Рикардо, тут такая заваруха была, бля, ты все пропустил. Так, что у нас тут? Куда идем-то? Идем дальше, никуда не сворачивай. Так, 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 что побегать-то можно? Что тут у нас? Ну-ка. Нет, блин. Слушай, Маро выбрался, блядь, давай нахуй, сука, думай уже башкой, блядь, своей. Хуила, блядь. Ты вообще, сука, будешь когда-нибудь там, блядь, что-нибудь делать? Лучше по радио пиздить, ля-ля-ля-ля-ля, ССУ, блядь. Нахуй мне уже ваша не надо, нихуя. Так, блядь, ну-ка, что за хуйня? Так, кренделёчки, блядь. Выпишем. Выпишем кренделёчки сейчас всем вам. Слышь, я тут с болторезом, блядь. Ты не пизди там. Много. Та-та-та-та-та-та-там. Так, включаем компьютеры. Так, что тут надо делать? Что, куда тут нажимать надо? Я полетела, я вроде оторвалась. Опа-на. Ну все, потыки, ждите меня дома. Я отправилась в свободное плавание. Пока, Рикардо. Уэу, так, куда-то я прилетела. Тин-тин-тин-тин-тин. Носилась. Чё, клоуны? А чё здесь делает сохранение игры? Тут чё, ещё что ли будет ряд наворотов? Что тут? Кто тут? Кто тут ходит? Та-т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 а. Можно и побегать уже, я уже приехала. Что тут у нас интересного? Что-то опять все в тумане, все опять покоцано чего-то. А тут случайно нету этой мыши? Удача наконец-то улыбнулась. Да-да, конечно, все хорошо. Так, что тут, что тут? Что случилось? Дверь заперта. Самописец. Опа-на. Что тут за резаки валяются? Дайте-ка мне баллончиков тут. Чаю, компоту. Так, что тут у нас? Мэйлинка, уже что-то другое, получен сигнал. Мэйло Хэррис говорит. Только что засек какой-то сигнал. Бля, какая-то хуйня летит. Ностромо, хочешь взглянуть? Носорога какого-то. Носорог, блядь. А чё техника? Я, блядь, поменял кран на 18, блядь. И пиздец, и прихуярил 36. Так, ошибка. Так, Севастополю подходим. К Севастополю, блядь. Мы у Севастополя, алло, блядь, алло, гараж, мы тут, блядь. Очень все страшно, блядь, мы все обоссавшиеся, блядь. Да хуй на вас, ёпта, распиздяй, блядь, ничего не умеете. Митсу, блядь, он разбил Митсубиси, Паджеро. Вести код, какой код? Какой код? Дайте мне кота. Да что ты говоришь? Так, получим, так, так, тихо. 45-10. Ха, блядь, этот техник-то оказывается непростой. Он с кодом. Тин-тин-тин. Так, что у нас тут? Ой, бля, аккумуляторы какие-то. Все тут заряжается такое. Погнали. Ой, еще один. Погнали, хорошо. Все запустили. Так, все круто, работает. Теперь один хуй заперта. Ой, блядь, что это? Ну, давайте, как обычно.
Отлично. Ну, мы долго еще ебать мозги будем. Мозги спрашиваю, долго ебать будем еще, ребята? Может, уже хватит? Все такое зашипело, все заработало. Вот тут, ну нихуя себе. Ух ты, как все круто. Слушай, я включу вас на крови. Рикардо, давай, друг. Не еби мозги. Марло, это ты? Сука, Марло. Марло, я тебя пристрелю на, как только увижу. Мудила. Ну, блядь, еще и Марло искать. Блин, ну мудак Марло, блядь, еще тут. Ёпанать. Да что же они такое творят-то? Это уже слишком, это уже перебор. Ты сейчас допиздишься, сука. У меня есть кое-что. Я тебе, блядь, сейчас устрою тут нахуй. Блядь, такой расклад, ты у меня охуеешь. Чувырла, блядь. А сейчас, блядь, я тебя проиграет группа ACDC, блядь. Паскудина. Сейчас я тебя, блядь, ёбну нахуй. Можешь даже не сомневаться. Тебе, друг, пиздец пришел. Ты очень хуёво знаешь меня. Очень хуёво знаешь. Со мной тут многие уже познакомились на базе. Я тебе тут такое устрою. Ты у меня заяц будешь, блядь. Охуевать ты у меня тут будешь. Завали ты свое, блядь, нахуй лицо. Лучше тебе со мной не встречаться, парень. Сейчас я до тебя доберусь. Пизди-пизди, приятно слушать. По-моему, ты, парень, слишком много на себя берешь. Яйца не жмут? Ну что, тварь, где ты есть? Сейчас я тебя выслежу, блядь. Я тебе еще такой геморрой устрою. Так, кто ты у нас? Добавлено. Личное сообщение. Так, Рипли, блядь, так, что-то про меня написали, блядь. Здравствуй, Аманда. Записываю это для тебя, моя девочка. Мамочка, да, это я. Надеюсь, однажды ты услышишь. У нас возникли проблемы. Все нормально, я решила все проблемы. Произошла нелепая случайность, и к нам на борт проникло очень опасное инопланетное существо. Охрененная случайность. Чтобы от него избавиться, нам пришлось уничтожить корабль. Ага. Я жива. Сижу в спасательной капсуле, очень далеко от дома. О, да все нормально, я тебя найду. Мы взорвали Настрома, потому что... Настрома, Мерлу, я им всем пизды дал. Добраться до Земли. Я должна была защитить тебя. Все нормально, я сама себя защищу. За меня не волнуйся. Ага. Скоро я к тебе вернусь. Окей. Я очень тебя люблю. Все нормально, я за себя постою. Еще тот месседж, бля, я сейчас устрою тут. У меня еще там два приятеля ждут. 45-го калибра. Сейчас они у меня ответят по полной программе за всю эту заваруху. Слышь ты, сука? Теперь ты понимаешь. Убрал руки от нее. Слышь, падла? Ты посмотри на него, а? Я перегружу тебя, моя дядя. Сука! Ты, блядь, ну убери руки оттуда, нахуй! Убери руки, блядь! Сука, еще, блядь, нахуй, свитером подпоясался. Падла! Так, блядь. Тварь, сука, убери от нее лапы. Ах ты черт. Ах ты чертила, блядь. Падла, я тут, блядь. Правильно, уебей его нахуй. О, молодец. Ты молодец какой. Все отлично. Давай, деточка. Очки в карман положи и ныряй ко мне. Включи там такую хуйню зелененькую, блядь, нажми ее. Ну давай же, что ты, сука, стоишь, ёб твою мать. Ну пиздец. Блядь, как я-то отключу нахуй.
Сука, что там происходит-то? Девочка, ну что ж ты, блядь, натворила-то? Твою мать! Блядь! Это я все, на всем виновата! Нет, блядь! Я сделаю все, красава! Давай наручник ставь, нахуй! Давай быстрее! Ты себе прическу только испортишь, блядь! Шевелись! Шевели булками! Сука, мы сейчас взлетим, ёпта. Ай, блядь, так, где нахуй? Блядь. Не успели. Я протупила. Итак, все нормально. Все нормуль, девочка, ну что ты там, что ты там? Блядь. Сейчас мы все сделаем красиво. Давай, блядь, прическу не испорти себе. Все. Ха, малышка, мы с тобой все сделали. Все, все аккуратно. Все как надо. Да не волнуйся ты так, не волнуйся. Тихо, смотри, чтоб тебя там не снесло нахуй, хуя. Давай, блядь, съёбывай оттуда нахуй. Ой, бля, рыбочка, ну тебе жопа. Ой, бля, ну пиздец. Спастись, блядь. Все, мне остается только спасаться самой. Блядь, быстрее. Быстрее, блядь, ай, нахуй. Ой, полная жопа, бля. Нихуя себе. Мама! Ну, сука, бля, нихуя меня не возьмете. Так, куда бежать, бля? Так, сука, бля, куда бежать-то нахуй? Хуй его знает, бля. Так, бежим, бежим, куда, бля? Спасайся, кто может. Нихуя вы не возьмете меня, бля. Голыми руками репи не возьмешь. А, бля, да ну нахуй. Лови, бля, сука. Я обожглась. Где изолента? Падла, блядь! Так, мы правильно хоть бежим-то? Сука. Так, блядь. Правильно. Какая критическая ошибка, тут полная жопа. А, блядь! Хорош меня обстреливать! Блядь, мы врезались куда-то. В Юпитер. Бегом. Нихуя нас не возьмешь, блядь! У меня девочка стальная. Полетели быстро. Yes! Та-та-ра-т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 а-
привозил. Нормуль. Все нормуль. Рикардо, ты еще жив? Рикардо, я тебе честно скажу, слушай, меня все это заебало уже. Честно, блядь, я тебе признаюсь, просто честно, блядь, меня уже все достало, блядь. Ты давай там, сука, хоть сам как-нибудь рули, а? Блядь, как они заебали эти УРЛ, блядь. Полное говно у нас происходит. Что у нас происходит? Ой, блядь, как уже эти ребусы достали. Сука, они не могли уже эти двери заранее открыть уже спокойно, блядь. Как вы заебали, ребята, нахуй. Ионные резаки еще. Ну, нихуя себе. Давай, блядь, уже вырезай нахуй. Быстро, блядь, чик нахуй. Все. Шварк, блядь, уже. Все надо. Тут на механизме все должно. Тут двери должны все выломаны быть. Нахуй. Слышь ты, Сиксон, блядь. Так, этих пидоров еще мы тут не встретим, я надеюсь. Найди Рикардо, блядь. Лестницу в центре связи. Вас проблемы. Пришли парни из Сиксоновской службы безопасности с пушками. Я спрятался под стол. Нихуя себе! Торренс, они слышали сообщение. Хотят связаться с капитаном, а потом вернее украсть корабль. Смогут? Внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Если они тебя опасные, отчаянные. Нихуя себе! Да тут ебануться их нахуй. Охереть! Еще этих не хватало. Что за бред? Да вы что, в натуре ебанулись, что ли? Знаю, как там сейчас дети. Как там сейчас дети, блядь? А как мне выходить отсюда? Бля, нифига себе, тут все горит, бля, я охуеваю. Ничего, тут еще и люди, блядь, в камуфляжах ходят, блядь. Наебануться. А ничего, что я могу, пока что-то я могу... Сикстон, бля. Полный Сикстон тут. Это ж...
что, это кто, про меня, что ли? Это он меня заметил, нет? Или не заметил? Что за бред? Что за нахуй? Парень, давай вот ты иди отсюда нахуй, действительно. Я не намерен. Что-то. Ребят, ничего, что я вашего тут вальнула. А особо-то не переживайте, блядь. Если надо, я вас всех тут завалю. Так, при желании. Что тут у нас, блядь? Ничего тут не лежит интересного. Никакие сикстоны не валяются. Ты чё? Слушай, Марго, всё ещё авторизован на этом компьютере. Да ты чё? Если вы смогли координаты Туранца, мы бы направились в спутниковые тарелки в ночную обозрение облаков. Какой-то управление спутниками есть обсерватория? Слышь, Хуйнила, давай открывай быстрее, блядь! Координаты Туранца. Хуйнила, открывай давай! Обсерваторию, блядь, Севастополя? Ты, блядь, вы чё, ебанулись, что ли? Давай, блядь! Тут уж... На, блядь, нахуй на, блядь. Сейчас будем, блядь, Севастополь вызывать. Нихуя, блядь, Севастополь еще вызывать. Ёба народ, нахуй, я хуею, блядь. Ну что ж, ребята, вот я и приехала. Кто тут меня хотел уже похоронить, а? Там кто-то есть. Ай, блядь, сука, не хватило на тебя патрончиков. Я тебя завалю, блядь. Сейчас тебе падла. Козлы. Ну чё, дождались меня? А я предупреждала. Я предупреждала. Только шевельнись. Корешухи, бля. Ну что? А я предупреждала, еще говорила, блядь, что я приеду. Разберусь с вами. Козлы. Хотели меня тут одну оставить? Я тут, бля, вам устрою еще шухер. Я вас тут еще резаком всех порезал. На этом мочалка еще. Попиздим мне еще. Кто там у нас на подходе следующий? Ну и что тут? О-о-о. Человек, хуй голова. Нашел где расположиться? Да блин, патроны дай. Все. Ну и чё это тут? Обсерваторию я нашу. А, вот. Чик-чик. Залезть. А я думал, блядь, там на кнопки надо нажать. Отлично. Так, обсерваторию я нашла. Все окей. Что это? Блядь, вечно выебут мозг какой-то херней. Так, что тут у нас? Ну, включили, отключили. Что дальше-то? Еще одна. Блядь, достали уже. Новые друзья, мы охуели совсем. Тут можно, бля, после этой игры уже, бля, в космонавты податься, бля. Пиздец. Ну чё тут, чё, полетели? Ура! Ура, мы полетели! Или куда мы, бля, присостыковались мы с кем-то, бля? А тут чё, опять? Ёбаный рот. Ещё одна состыковка. Да вы чё, бля? Совсем охуели, что ли? Да вы ты заебал уже, нахуй, полетели домой, взорвём хуям это всё собачье. А уже, блядь, тут все взорвал нахуй уже, ёб твою мать, опять еще чего-то. Прости, блядь, какие-то координаты, блядь, чё, ебанули, что ли? Какие координаты, блядь? Skyfall. Координаты Skyfall, ввести координаты Торренса, блядь. Пиздец. Так, ну что, блядь, полетели наружу, блядь. Наружу, там что-то тут нарисовано, блядь. А, сука, блядь, головой. Со всякой хуйней. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, мне можно уже открыть скафандр? Давайте, други. Рикардо, полетели домой.
Я так хочу домой уже, Рикардо, блядь. Так, отлично. Рикардо, я тут запишусь на всякий случай. Мало ли ты хуёво вертолёт водишь. Жалко, тут дробовичком нельзя махнуть. Кому-нибудь между глаз. Ну что, я тут. Оба-на, оба-на. Блять, уходи быстро, как быстро-то, я ж, блять, не могу бегать. Как иду. Бля, как тут здорово все. Бля, по мне какая-то, блять, мишура летит. По каске, нахуй, хуячит. А почему я не летаю, Рикардо, блядь? Здесь что, нет невесомости? Или у меня, блядь, на ботинках магниты? Или тут сила притяжения охуенная? Рикардо, ты на мне женишься? Сука, я тебя, блядь, еще пристрелю сейчас по дороге. Кинули меня, нахуй, одну. Сами рулите там с компьютера, падла. Ну что, все нормально, ты где есть-то? Куда мне тут ехать-то? Так. Я уже тут пришла ко второму лифту, блядь. Рикардо, сука, ты заебал, нахуй. Где ты есть-то, блядь? Хоть покажись, нахуй, рожу свою, сука. Космонавт херов. В какой хуян компьютер, блядь, вводи, какие координаты, блядь? Ты чё, ебанулся? Ебануться. Я чё там, блядь, блядь, я так и знал, я так и знал. Лучше бы я дома осталась. Такие же звуки, блядь. Я нашипела тут. Надышала и напугала тут, пиздец. Мне дышать нечем. Тут вообще нихера не видно. Так, начнем с первой. А это что? А, это разблокировать. Так, подать энергию. Так, понятно. Все, блядь, заблокировано тут. Хера. Ну что, блядь? Дергай, блядь. Чё за нахуй, блядь, заебало уже нахуй, пиздец. Рикардо, сука. Я тебе яйца отрежу, блядь, падла. Да неужели, блядь? Какая-то хуйня открылась. И что? В общем, вся эта херовина, короче, заработала, это закрутилось. Рычаги я все эти опустил. Эту хуйню тоже дернул, блядь. Короче, все заработало. Главное бы, чтобы она не въебалась в меня. Короче, надо идти походу обратно. Так, ввели координаты 35. Так, 75 теперь надо. Так, 75. Господи. Ну, в общем, таким макаром, блядь, смотрим сюда, а вводим здесь. Ну, тоже, конечно, тут немножечко они перемудрили, ребята. Так, вот, отлично. Координаты введены, все окей. Давайте, блядь, уже полетели домой, нахуй. Борщ стынет, сука. Мяу, блядь. Ой, нихуя тарелка такая, блядь. Ой, интернет, наверное, ловит, заебись. Ой, где все? Ой, че, я куда еду, что ли, блядь? Ну, че за нахуй-то еду? Эй, блядь! Да так ничего, все нормально, все заебись. Вон, Меркель, опасен. Нужна срочная эвакуация. Что-что? Нет, я не знаю. Я прошу вас. Блядь, вы заебались, суки. Падла, у меня револьвер есть. У меня магнум 45-го калибра, падла. Сейчас, подходите. Я тебе сейчас верну, нахуй. Тебе сейчас, блядь, так верну.